Юля, ну, расскажите, как проходил этот турнир для вас и, может, для всех? К сожалению, очень быстро он закончился, проведя 3 боя. 2 из них, конечно, успешные. И, ну, по уровню, конечно, девочки были слабее. Единственный бой вот с Эрига, который действительно интересный. Интересный по фехтованию. Мне интересно фехтовать с ней было, что-то бороться. Ну, я не знаю, у нас же матч-реванш с ней состоялся. Угу. Я думаю, она очень сильно настраивалась, принципиально для нее было. Но не меньше принципиально для меня. Чемпионат проходит у нас в России, в Казани. Мне тоже очень хотелось выиграть. Возможно, мое желание, вот это очень хотение, как-то то ли спешило, то ли наоборот, вот хотела быстрее-быстрее ее выиграть. Тем самым получилось все наоборот. Ну, Юль, вы же вели, потом был бой равный. И вот в концовочку. 9-9, да. И у нее какой-то... Что случилось именно в этот момент? Вот я ничего, да, на дорожке ничего не случилось, но в бою какой-то щелчок раз, и то ли я отключилась, то ли она настолько прибавила, что я даже чувствовала себя не в своей тарелке, немощной. Но потом, опять же таки, щелчок, пауза не какая-то, то ли, не знаю, она выдохнула, и я немножко там нанесла еще один укол. Вот. Тренеры что-нибудь уже сказали или еще пока еще нет, ничего будет? Нет, я да? их не видела. Ну что, остается пожелать только, чтобы в командном турнире Спасибо. Вы забыли дай эти Бог. Неудачи, дай досадные Бог. Действительно, и все я будет думаю, хорошо, что верю. Мы соберемся и что-то будет получше, чем сегодня, конечно. Спасибо. Спасибо. Ну, один получила, второй получила, начала переживать и все, и бой перевернулся. А что за заминка была? Она рукой прикрывается? Да, она прикрывается левой рукой, я попросила боковых сумок. А этот долгий перерыв не помешал тебе? Не знаю, может быть, в какой-то мере, да. Может, я что-то расслабилась. Не могу сейчас сказать. Ну, вообще, как начиналось, скажи. Вроде все было хорошо, да, день сначала с утра? Ну, как да, себя чувствовала вроде... вообще? Ну, нормально себя чувствовала. Начиналось все неплохо, но, к сожалению. Ну и что не получилось, на твой взгляд, Лариса, этими именно? Ну, такой экспресс-анализ коротенький. Мне кажется, с нервами не справилась. Я начала переживать, получать уколы и зажалась. Не было уверенности в концовке боя. Вот это все. Она этим воспользовалась, не упустила свой шанс. Скажи, пожалуйста, все-таки небольшой был время было мало. До чемпионата Европы, в смысле от чемпионата Европы до чемпионата мира. Как вы готовились, успели восстановиться, то есть физически себя хорошо чувствовала? Ну, у нас было 2 сбора еще после чемпионата Европы, перед чемпионатом мира. Такие довольно тяжелые сборы были. Вот. Ну, я хочу сказать, на тот момент я себя хорошо чувствовала. Сейчас я, не знаю, сейчас мне кажется, я уже ничего не чувствовала. Это нормально. Скажи, пожалуйста, ну, это команда соревнований, я думаю, соберетесь, вообще как будете настраиваться? Ну, конечно, надо собраться, потому что мы, я думаю, никто не ожидал такого результата в личных, и поэтому на команду, я думаю, мы будем настраиваться очень серьезно. Все будет хорошо? Да. Спасибо тебе. Такой коротенький, насколько это возможно, экспресс-анализ личного выступления девочек. Я просто... Не могу понять на данный момент, что происходит с нашими спортсменками, когда они приезжают на чемпионат мира. Почему я вижу других спортсменок, они улыбаются, они такие веселые, они праздничные. А наши как будто их чем-то ударили по голове с утра, там, может, не знаю. И они приходят заторможенные, контуженные, что такое, что... Я вот это... Ну, сейчас мне сказали, что кто-то отравился вчера, кто-то... Кому-то кто-то сегодня утром себя... плохо чувствовал, кто-то еще, я не понимаю, как можно было отравить в нашем родном городе всю команду, ну, полкоманду точно, чем они питаются вообще, не знаю. Но я сейчас буду все это узнавать. Но все равно, несмотря на то, что неужели так трудно получать от фехтования удовольствие, потому что если ты выходишь с этой сумасшедшей, я даже не хочу сказать, ответственностью, хотя эта ответственность, не то, что такая она ответственность, я не понимаю, что их гложет, почему я не вижу улыбок на лице, я не вижу
37-летняя спортсменка с Украины. Она рвет и мечет. 37 лет. Но это все-таки ее физические кондиции, понятно, что это намного хуже, чем у Дереглаза. Вы имеете просто в виду в бой Дереглаза? Да, ты просто возьми ее 5 раз туда-обратно, прогоняй, без, даже без укола, 5 раз, чтобы она устала. И все. Естественно, она устанет. Но ты тренируешься 200 дней в году. Дереглаза имею в виду. Спортсменки с Украины, 20 дней у них нет сборов. В связи с обстановкой, в связи с тяжелой ситуацией. Они 20 дней даже не имеют возможности подготовиться. Зачем тренироваться 200 дней, чтобы выходить, вот так проигрывать, пух и прах? Ну, это Коробейника вышло, это Кноп. Кноп, по-моему, не моложе, чем... Чем Ольга Лилейка. Лилейка, да. Ну, и так тоже глупо, без какой-то мысли, тактической какой-то подготовки проигрывать Кноп. Ну, просто... То есть вы считаете, что это проблема, конечно, чисто психологического характера? Ну, конечно, что они разучились за 5 дней там, до, после сбора и до чемпионата мира за 5 дней разучились фехтовать, конечно, нет. Конечно, значит, за эти. Хотя их отпустили по домам, потому что все 4 девушки у нас посеяны в 16 сильнейших. Вот они посеяны в 16. Где они сейчас? Поэтому они сейчас, когда сеяны, потому что они пропускают предварительную борьбу. Потому что они вроде бы посеяны, но на самом деле та часть борьбы, которая была предварительно, она все равно нужна. Это как только тренировка. Да. Вот они приехали посеяны. Ну что мы видим? Никакого фехтования, никаких приемов, никакого розыгрыша. Что такое вообще пойти найти расплох? Это вообще не забыли? Как можно забыть? В расплохе проявляются все слабые реакции соперника. Если ты постоянно держишь его в напряжении, ну, значит соперник постоянно готов. Если Лилейка постоянно контратакует, значит она готова. Если Лилейка один раз... Инна после того, как она выдумала себе молодец паузу там, ну, медицинскую, там вроде там ей заморозили, она вышла в одну атаку, в расплохе Лилейка пыталась отбить, она ее там заколола. Одна атака из 15 нормально. То есть она поймала один всего лишь расплох за весь бой. Все остальное это просто какое-то мучение. В одном ритме все, в одном фехтовальном темпе. Ну, есть же там атака повторная с расплохом, атака ответная, атака основная, атака на вход. Сколько атак различных, все их можно делать с расплохом, а не просто держать соперника в напряжении. И потом вообще удивительно, длина атаки 50 сантиметров. Это что такое? Уже я уже раньше видел, что итальянки просто преднамеренно после того, как попадают в защиту, оставляют ремиз в одну лампу, зная, что Дереглазовый ответ короткий. А сейчас уже Лилейка просто стала колоть в наглую просто навстречу, зная, что длина у Дереглазовой атаки ограничена. И все. В атаку идет, не достает. В атаку идет, не достает. Ну что, как можно не доставать? А еще идет, потому что, еще раз повторюсь, без расплоха. Хотя бы в расплохе Лилейка тогда не контратаковала бы, а пыталась бы хотя бы как-то защититься. А так получается, что расплоха нет. Поэтому мы будем отдельно беседовать. И я сейчас с ними поговорю, потому что если такое безвольное фехтование они покажут в команде, я буду принимать самые серьезные меры. Потому что мне такое фехтование не нужно. Я думаю, что не только мне, но не нужно никому. И в первую очередь, потому что с таким фехтованием на Олимпиаде делать нечего. Может вообще не ехать. Я тебя понимаю. Спасибо большое.